Правда, немец бегает. Ну ладно. Хотя, может, он уже и свалил оттуда. Оу-оу. Не так быстро. Порох Б, отлично. Ладно, дробовичок. Что ты так притормаживать-то стало? Ладно, не хочу я дробовик тратить на... Отлично. Здорово, да? Ну и здорово. Отлично, даже обоймы не потратили. О, сколько здесь аптек-то. Сделаем так. Потом вот так. Бронзовая статуя мэра Ракун Сити Майкла Уоррена. Там есть выключатель. Повернуть его. Он что-то держит в своих руках. Так, рюкзак у нас полон. Окей, вернемся сюда. Все равно сейчас закабелим и вот на обратном пути заберем. Так, отлично, у нас места нету. Ничего не пропустили. Вроде пока вроде нормально. Сколько вас тут? Отлично, и перезаряжает она быстро этот пистолет. Да, правда, патронов осталось очень мало. Так, и что мы сделаем? Давайте-ка... Так, ключик пока берем. Так, с аптечки. Раз, два. Где там красное есть? Оп, не то. Так, и... Так. А, нет, пока не будем
смешивать с зарядным устройством. Я хочу сделать патроны для Магнума. Птичка, силовой кабель. Такс. Ну, отлично. Вроде пока больше ничего не надо. Так, нет. Нет, 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 нет. Вот так вот. Все. Да что в вас? Нет, дорогой. Давай-ка мы тебе вот так вот. Патронов и так мало. Избавимся от силового кабеля, чтобы он глаза нам не мозолил. Так, 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 там Михаил что-то. Михаил, есть какое-нибудь предсмертное желание? Мои люди! Их уничтожили эти монстры! Я не могу останавливаться только потому, что я ранен! Неужели ты не понимаешь, что монстры тоже жертвы корпорации? Ты обвиняешь меня в том, что я против них? Ты чего-то не понимаешь! Мы не связаны с компанией! Я это знаю. И это единственная причина, почему я пытаюсь с вами сотрудничать. Чувствую себя таким бесполезным. Ты дрался как мог, и твои раны тому доказательство. Но я все еще жив, а мои люди нет. Не думай об этом сейчас. Просто отдыхай. Да, Михаил все рвется в бой, даже с ранами. Можно сказать, настоящий герой. Так, давайте ставим. Ну что, теперь... Теперь идем за остальными.
вещами, остальными компонентами, чтобы запустить фуникулер. Так, и первым делом пойдем тогда сюда. Это у нас заправка. Здесь, значит, должно лежать масло. Так, пусто, ничего нет. Снова видим Делориан. Как в фильме «Назад в будущее». Такой же мы видели, по-моему, в какой-то части, во второй, по-моему, в части «Резидента». Так, красную траву не будем брать, если что, потом. Отлично. Криворучка. Так, ну сколько у нас тут пороха А. На БЦ порох было бы вообще здорово. Джилл! Эй, зомби начинают беспокоиться. Я знаю, я их слышу. Что происходит? Чистящие средства. Карлос ждет снаружи. Снаружи. Почему-то он здесь, а не снаружи. Захламленный прилавок. Ничего интересного. Здесь хранятся малярное оборудование. Он смочен машинным маслом. Джилл! Что там такое? Они идут! Они учуяли нас! Знают, что мы здесь! Эй, успокойся! И никто не против, если я погеройствую! Что ты делаешь? Карлос! Сумасшедший мужчина. Так, захламленный прилавок. Аптечка. Склад с регулируемой температурой для хранения нефтепродуктов. Открыть электронный замок. Так что ли? Так. Эту головоломку-то я вообще не помню, как бы, если честно.
Идите. Короче, можно сказать, методом тыка тут. Взять предмет машинное масло. Масло для малых машин не подходит для больших машин. Так, надо валить отсюда, пока не рвануло. Карлос! Нет! Расслабься, я еще жив. Ты в порядке? Все нормально. Быть героем сложнее, чем кажется. Ничего не говорится. Все, валим, короче. Рванет. В ушах звенит. Мы оба уже должны погибнуть. Ладно, надо бы найти какое-нибудь снаряжение. В точке назначения его может не быть. Да, кстати, он дело говорит. Так, давайте объединим. Вот так. Берем здесь, что мы хотели, книгу. Так, понятно все. Что-то держит. Бронзовая книга. Бронзовый объект в виде книги. На нем надпись «Источник знаний». И как мы помним, нам источник знаний надо этот поставить возле фонтанов, там просили. Была надпись. Что-то там, внеси свои знания или что-то такое. Давайте сейчас повыкладываем. Патрончики для пистолета сделаем. Так, это мы уберем. Сколько у нас вообще? Раз, два, три. И одна цешка уже есть. Отлично. Так, убираем. Убираем аптечку. Тоже уберем. Хоть 35, нормально. Еще дробовик у нас есть. Еще в самом пистолете у нас 10 было. Отлично. 45 патронов. Думаю, пока хватит. Все, больше вам ничего не надо там. Так, ну в...
Вроде как ничего не надо. Давайте отправляемся дальше. Так, вот сюда, по-моему. Есть. Вот это место. Сюда надо поставить книгу. Положите сюда свою мудрость. Вот что там было написано. Так. Не надо нам книга мудрости. Будущее в наших руках. Взять предмет бронзовый компас. Бронзовый компас с надписью «Будущее в моих руках». Так, теперь возвращаемся обратно. Опа! Собаки, собаки. Так. Трогать их не будем. Так, патронов. На вес золота. Взять предмет аккумулятор. Старый аккумулятор, похоже, на достаточно мощный. Так, мы помним, да, что аккумулятор нас просили поставить в лифт. Там, где мы видели таких полутварей, типа пауков, что ли,